Серега молодец, я его все. Ёб твою мать. Вы что хотите сделать? Развернуться. Ой, блин. А по другому квадрату мы не проедем? По какому другому? На квадрат, а разве на ручку? А давай срубим вон те два дерева. Да, срубите их, здесь в болоте можно рубить. Давайте рубить. Там бы запустил бы ее и все. Так, быстрее бы мне машину. Ну, туда вот правее бы, да, вот где народ правее. Серега, вот туда рули. А его тянет сюда. Вот сейчас так же, вот так руль поставить туда, езжай в ту сторону. Давай, 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 давай. Вот. Я проеду, лишь бы не поломаться. Лучше же! Как раз таки твой протектор лучший в этой миссии. Знаешь чем? Тем, что он не копает. Ну, тоже правда. Шины низкого давления. Вспомни, болотоходные. Согласен. Там протектора вообще нету. Согласен, только после него копать не надо.